я попробую сделать невозможное и купить немного красного дерева. В общем, no problem, я прокачался. Вот кусочек немножечко дерева из Малайзии. Чувак чувака видит издалека. Здорово, девчонки! Папка дерева привез и не будет больше таким невыносимым, возможно. А ты откуда взял? Купил. Да. Я думаю сделать так. Здесь у меня второй кусочек. Я его приклею с этой стороны. Это же будет одновременно и накладка грифа, и шея грифа. О, местные черные воробьи. Вот. Колковая же голова будет, получается, внизу. Ну, в общем, после нехитрого, но изматывающего труда мы получаем вот такой ход. И небольшой изгиб. Теперь струны, которые пойдут вот отсюда с колковой головки, вот этим углом обуславят прижим. Это рили, все неудобно, но в действительности можно. Сейчас получается, вот одну часть я уже, да, сострогал, вот сейчас будет вторая. Дерево жутко твердое. Ну вот, нашел в третьей комнате отличное место для строгания. Вот, и недвусмысленно, да, но тяжелая работа, древняя профессия, натирает колени.
Слышите это? Местные жители очень любят Бетховен. И каждый тук-тук, что-то продающий со своего борта, оповещает местных жителей о том, что Бетховен в любой точке мира является важным. Ну а я, в общем-то, по своей неряшливости немного отвлекся. И уже шестой день, как я делаю этот музыкальный инструмент. И каждый раз выставлять камеру что-то изо всякой мелочи я, конечно, не стал. Но мелочей накопилось, поэтому я сейчас скопом расскажу, чего сделал. Ну, значит, на текущий момент выглядит мое полено вот так. Здесь я сделал такие небольшие вырезы для того, чтобы струна, выходящая из колковой коробки, ну, не встречала каких-то слишком много препятствий и чтобы не было много лишних перегибов. Это место для бриджа, для подставки. Он выполнен достаточно просто и сделан очень широким. Потому как на обычном самочковом инструменте есть возможность двигать бридж туда-сюда, с тем, чтобы, ну, как-то компенсировать, да, огрехи мензуры. Здесь этой возможности не будет, поэтому он толстый, и я прямо на нем сделаю компенсацию. Под ним два отверстия на выбор. Либо левое, либо правое будет своего рода дужкой передавать вибрацию на звукосниматель, который точно так же на выбор либо здесь находится. Дело в том, что никогда не знаешь заранее, какую ножку лучше озвучивать, левую или правую. Потому как сам корпус вносит свои коррективы в звучание. Поэтому зачастую никогда не хватает басов, используешь, значит, ножку басовую. Если наоборот, верха чуть-чуть провальная, используешь ножку верхнюю. Также вот я сделал уже шею, какую ни на есть. И адаптировал свою обушковую пилу под такой пропил. Ну, грубо говоря, молотком просто ее простучал, чтобы она стала тоньше. Пропил получается где-то 0,6 мм. И, в принципе, лад цепко держится. Лады пилю. Пока что еще нету, ясно. Но гремит как надо. Я даже там услышала, что мусоровоз себя мусором выкидывает. Ничего себе мусоровоз. Не местный мусоровоз. Ты только что все местных богов так прямо это... Они такие... Я попросил. А вроде не жарко, да? Ну так. Погодка сейчас там... Бывало. Есть места, где прохладнее, так скажем.
скоро сказка сказывается, а дело делается не скоро. Ну вот я вот подошел сейчас к такой вот черте и вкратце сейчас расскажу, чего к чему. Я как-то из виду упустил вот эту коробочку. Это, в общем-то, блок для электроники и для крепления держалок всевозможных. Клеил я ее очень муторно при помощи брючного ремня, кровати и прочего-прочего. Все это я не записывал, потому что в кадр попали бы маты, а это не для детей. Ну и немножечко еще укрепил все дело деревянными гвоздями. Очень интересная получилась голова грифа. Ну, как не гриф, а это все гриф, голова, колковая коробка. Все это обусловлено исключительно необходимостью. К примеру, вот эти вот вырезы, это для того, чтобы струны, ну, как каким-то образом все-таки попали вот сюда в крайнее положение. А вот эти вырезы для того, чтобы, ну, колки просто, чтобы их хватило по длине. И как-то все... А, вот это вот балбешка для того, чтобы крепить впоследствии сюда. Вот я хочу сделать такой вот упор для правой ноги. И все это вместе, вот как бы исключительно технологичный вид, который, тем не менее, какое-то изящество, что ли, дает всему инструменту. Еще я купил какой-то странный, подозрительный лак. My English is not very good. Но я объяснил как мог, что мне нужно продавцу. Потом впоследствии Google переводчик мне сказал, что это грунт. И он избавит всю эту конструкцию от всяческих вот этих вот коцок, которые я не стал прошлифовывать, потому что это очень долго и муторно без специнструмента. Ну, посмотрим, ни разу не пользовался грунтом. Поглядим, как он в действительности работает. Когда есть вот такое вот, как можно отвлекаться на такое? Но тем не менее, как-то хочется действовать, поменяться, чешется. Хочу по-хорошему найти бы немного льняного масла для финальной полировки. Боюсь, с этим здесь будут проблемы. Не то чтобы здесь выращивали лен. То есть это какой-то привозной дефицитный товар. Но я видел здесь на полочке, рядом с ароматической какой-то лампочкой, лежал небольшой тюбик лимонного масла. Ну, начинается самое-самое муторное, а именно подгонка вот всего этого добра. Мне пришлось пожертвовать целостностью своего звукоснимателя АЭС, для того, чтобы это все дело опробовать. Ну, ничего, обратно скручу. А сегодня купил в магазине такой очень простой звукосниматель для скрипки. Ну, а это вот вешалка. На самом деле не вешалка, а упор для пузика. А еще колки эти индийские у меня развалились. Вот здесь видно даже трещина на голове. Мне пришлось спешно идти в магазин и покупать еще 3 точно таких же мразных колка. Просто теперь действовать с ними немного осторожнее. Как заболел,
снова запела вода. Но это приятней, чем грусть без любви, без... И любовь никогда не бывает. Ох так. Чё, сумел всё-таки погнуть? Быстрее. Кипятком. Вот эти вот самые отчаянные рисковые операции, когда уже на готовый инструмент всяческий обвес. То есть можно так легко все запороть косметически. Вы бы знали, ребят, каково это объяснять, что мне нужна шайба, когда я забыл телефон в магазине. Все мои потуги show and picture были вежливо отклонены, потому что не знаю, что. Ну, они предпочли собрать консилиум и, полагаю, в душе ржать над ситуацией. Это вам не станки. Попал, Сашка, попал. В смысле, хорошо попал в нужное место. Только не раскалить, зараза такая. Оставайся в живых. Вот оно. Ну разве это не чудесно? Видите, какая форма. Никакой человек, вот, глядя на нее, не скажет: о, да это кто-то в отеле сделал. Я доволен. И, кстати, играть удобно.